26 июня крымские татары отмечают День национального флага. В честь этого праздника сегодня крымско-татарский национальный флаг поднимут на вершину скалы Аккая. Восхождение – общественная инициатива, к которой присоединились все желающие. Выбор места восхождения не случайен. Эту величественную белую скалу рядом с Карасу-Базаром часто называют сердцем Крыма. Она – часть истории полуострова. Адет узре бзде ер байрақкуну біз көтерілеміз. Де чатырдаққа көтерілейдік, башқа дағыларға. Шынды бұл сене қарар шығардық, Аққая көтерілме. Чүнкі тарихтен білеміз, бұл Аққаяда әуелі заманлардан ханларын сечезілейді, жекте ханларын мұнда меселе чезілейді. Біздің Қырымда зенгінлер десек ола, олар топлашып, қарар шығарадылар. Кім тақта қойма ханларымыздан, керейлерден. В восхождении приняли участие несколько десятков человек. Среди покорителей Аққая были и маленькие дети, и люди в возрасте. Бек қиын олды, аман тұрыштым. Озым чықажам дейм, ичімден айтаман озымден. Чықты қызмет етсе. Машалла. Обыр байрамлар айтшик, байрамлар осын. Подъем на Аққая не слишком сложен, особенно если вдохновляет патриотическая цель. 40 минут и все на вершине. Самый волнительный момент восхождения – развернутые крымско-татарские флаги.